Что объединяет огромный склад, производственное помещение и площадку для техники? Конечно же, головная боль о том, как сделать нормальный пол и уложиться в сроки. Но теперь все пойдет по плану, ведь у вас есть литиумный упрочнитель C2 Hard. C2 Hard можно наносить в любое время после застывания бетона. Также на открытом контуре, без стен и кровли. И уже через 2 часа использовать как рабочую поверхность. А теперь самое время сравнить C2 Hard с обычным топингом. Расход C2 Hard значительно ниже обычного топинга. Допустим, на одно и то же здание 4000 квадратных метров топинга уйдет от 20 тонн, а упрочнителя всего 300 литров. Расход пропитки C2 Hard. Свежеуложенный бетон 1 литр на 12-20 квадратных метров. Шлифованный бетон 1 литр на 10-15 квадратных метров. Производительность растет раз. Сокращение транспортных расходов на доставку и разгрузку. Сроки строительства сокращаются, плюс придание дополнительных свойств бетону. Обеспыливание, укрепление и упрочнение поверхности – 2. Простота нанесения C2 Hard и экономия на обслуживании пола. Наносится один раз и на весь срок эксплуатации. Проникает в тело бетона до 8 мм. Пол, обработанный пропиткой C2 Hard, повышает стойкость к истиранию на 42%. 3. И пока ваши конкуренты нервничают и не укладываются в сроки, вы спокойно заканчиваете объект. C2 Hard. Когда время работает на вас.